Борис Грачевский вместе с супругой Екатериной Белоцерковской пакуют чемоданы. 69-летний режиссер и 34-летняя актриса проведут отпуск в Таиланде. По словам Грачевского, 7-дневный тур купила супруга. Режиссер доверяет возлюбленной выбор места отдыха. На этот раз молодая избранница Бориса Юрьевича нашла номер в шикарном отеле на берегу Сиамского залива. В нем 17 ресторанов. «Наемся любимого том-яма», — восхищенно поведала звезда. Борис Юрьевич уже отдыхал на тайском побережье. Особо режиссера впечатлили секс-шоу, которые показывают в ночных клубах местные парни и девушки. «Я ходил на такое шоу и обалдел. Видел его еще в грязном баре. Сейчас там все привели в порядок, шоу стали более цивилизованными, они проходят в большом зале. Ты сидишь как в цирке и смотришь, порежется она бритвой или нет», — вспоминает Грачевский. Звезда отмечает, что на подобных представлениях необходимо выбирать место подальше от сцены. Актеры, которые исполняют эротические номера, часто вовлекают в действо зрителей, сидящих в первом ряду. Борис Юрьевич не раз предлагал Екатерине посмотреть на тайских куртизанок, однако супруга категорически отказывается. «Может, и правильно делает. Это шоу хоть и считается эротическим, но после него эротики может больше не захотеться никогда в жизни», — заметил артист. Также знаменитость забавляют местные жрицы любви, ледибы, мужчины, которые путем приема специальных гормонов и операций постепенно превращают себя в девушек. Прим, Ред, в Паттайе они очень настойчиво ищут себе клиентов на ночь. Грачевский удивляется, как кто-то может не понять, что перед ним переодетый парень. «Я сразу определяю, женщина передо мной или переделанный мужик. Это видно по жесткости лица, по кадыку. Меня не обманешь», — цитирует знаменитость собеседник.ру.